Havail вернул в свою российскую линейку компактный кроссовер. После отставки старых моделей H2 и H6 ниша пустовала, но теперь самым дешевым Havail'ом назначен новый Jolion, который уже выпускается на заводе под Тулой. По сравнению с уже известной в России моделью F7, Jolion получился заметно компактнее. Он на 15 см короче и на целых 12 см ниже. А вот колесная база новичка оказалась почетно большой. Длиннее она только у Renault Arkana, а у Captur, Seltos, Karoq и прочих формальных одноклассников расстояние между осями на 3-5 см меньше. Но есть и более важные отличия от Havail F7. Jolion построен на другой платформе. Это новейшая тележка Lemon, которой не исполнилось еще и года. От прежних конструкций архитектура отличается повышенным содержанием высокопрочных сталей. В Китае Jolion продается сугубо с передним приводом и в таком же виде экспортируется, например, на Украину. Однако в России гамма разнообразнее. Единственный турбомотор в 1,5 литра сочетается с механикой или семиступенчатым преселективным роботом. Переднеприводная машина выдает 143 силы, а в задней подвеске будет балка. А полноприводная машина на 7 лошадок мощнее. Коробка тут только роботизированная, а задняя подвеска многорычажная. Jolion выходит в крупнейший кроссоверный сегмент, где много конкурентов. Мы ожидаем, что с 2022 года и далее Jolion займет 1/3 от всех продаж Havail'а. В нынешнем году у нас осталось только 6 месяцев, но все равно считаем, что 30% наших продаж даст Jolion. План на 2021 год тоже не секрет – 40 тысяч автомобилей. Привлекать покупателей планируют, конечно, ценой. По меркам класса Jolion вышел недорогим – от 1 200 000 за переднеприводную версию. За эти деньги не стоит ждать изысканной отделки. Жесткая пластмасса на дверях, например, украшена смешной пластмассовой отстрочкой. А регулировки руля по вылету нет вовсе. В базовую комплектацию комфорт включен климат-контроль, 10-дюймовый тачскрин медиа-системы, две подушки безопасности, подогрев передних сидений и круиз-контроль. Полноприводный Jolion стартует с 1,5 миллиона рублей. Это уже вторая комплектация Elite, где есть 18-е колеса, камера заднего вида и удаленный доступ к некоторым функциям через мобильное приложение My Havail.